В Малайзии разбились два военных вертолета. Погибли 10 человек. Трагедия произошла на военно-морской базе Лумут на западе страны. Вертолеты столкнулись при репетиции парада в честь 90-летия военно-морских сил Малайзии. Судя по кадрам, которые сняли очевидцы, одна боевая машина зацепила вторую винтом. После их отбросило друг от друга. В результате один из вертолетов упал у входа на стадион, а другой – бассейн спортивного комплекса авиабазы. На воздушных судах в общей сложности находились 10 человек. По данным пожарно-спасательной службы Малайзии, экипажи обоих вертолетов погибли.